Ар, с вами капитан Джо Корабей, и сегодня мы отправимся нет, не на дно, а в дальнее морское плавание на нашей посудине. И сегодня нас ждет море морских приключений, ведь мы отправляемся в ветра удачи. Ветра удачи. Блин, конечно, это все прекрасно, но что-то мне подсказывает, что для того, чтобы нормально играть в эту игру, надо быть очень удачливым. А что у меня в последнее время по удаче? Ну, в принципе, вроде бы все не так-то и плохо. Красивая загрузочка и какие-то штуки, какие-то растения фиолетовые. Я не знаю, что за растения мутанты. О, Джон Кобр идет! Кобр! Нет! Джон, что с тобой сделали? Жесть. Я и моя удача. Ух, вот это лютейшие волосы. Мне они напомнили волосы одного персонажа из одной очень популярной игры. Ладно, не сильно-то и походит. Вот эти волосы единственные, которые выглядят более-менее нормально. Теперь осталось определиться с цветом. Можно было, конечно, поставить какой-то нормальный цвет. Вот какой-нибудь такой. Ладно, пофиг. Остановимся на таком выборе персонажа. Знаете, я сейчас понял, что я в этой игре, оказывается, чего самый такой настоящий красавчик. Так, здесь есть какие-то награды. Это мы типа... Неплох. Но, значит, корабль наш плывет достаточно неплохо. Реально, такой быстренький галеончик. Мы уже тут должны повернуть. Нет, корабль! О, да! Я получил сундук! Забрал сундук. А! Возвратите его на корабле на... Блин, он и правда уплывает. Что-то ветра удачи мне изменили с первой минуты игры в эту игру. Нет ничего лучше, чем морская прогулка утром в воде. Мне кажется, я такими темпами бы уже... Да, я бы такими темпами уже бы до порта изначального бы добрался. 2000 years later. Профессиональненько швартуемся. Готово. Профессиональненько зашвартовали наш корабль. А! Куда? Интересно, зачем здесь пушка сделана? Это типа такой пранок, да, над магазином? А, кстати, вот это тот магазин, который я хотел посетить. Ну вот это вот, Traveler V-Squad, выглядит достаточно неплохо. Ладно, давайте ее приобретем. А может, это было плохое решение? За все свои деньги сразу покупать одежду? Уф, вот это я теперь люто вы... Мне кажется, так стало. Только бегаем временно так. Хорошее это самое название. Пари-армия. Оружие, за которое смерть. Я вижу самого страшного противника в этом регионе. Их два. Они устраивают подпольный бизнес. Да, нападай! Нападай на них, нападай! Я прикрою! Мы победили! Это была великая битва, товарищи. Нам нужны деньги. Нам нужны деньги. Блин, нафига я купил одежду за 600? Боже, о чем я думал? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Я что-то куда-то не туда вообще проплыл. Это что за такие... Это что за скалы тут? Какой подозрительный остров. Фиолетовой дымкой. Лопата? Ну, не знаю, здесь, я так понял, нет вообще смысла. Жесть, кобра! Это кобра! Ладно, я сражаюсь с Джон Коброй! Кобры бьют! Кобра по воде плавает! Какие-то на этом острове слишком жесткие кобры. Жесть! Кобра по дну плывет, атакует Джон Кобру. Офигеть. Жесть. Никто, абсолютно никто. Монстры в Саратове. Теперь Джон Кобра будет путешествовать не в соло. Мне кажется, самое время наказать человека. За то, что... Friendly fire.
Там бочка была. Имба, 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 имба. Опа, бочка. Это чё? Трэш! Нет! Он поворачивается! Нет! Друг, быстрее плыви ко мне! Это пиратский фрегат! Жесть! Откуда он появился? Нужно сейчас срочно плыть! Быстрее ко мне плыви! Друг, быстрее! Мы своих в море не бросаем! Все быстрее! Самое время уплывать из этих... О, там еще одна бочка! Го-го, еще одну бочку собери! Ладно, все, пофиг на бочку! Так какая бочка? У нас это самое, там смерть на носу, а мы о бочках думаем. Все, мы от них уходим! А, ушел на дно! Ахахахаха! Все, слился корабль пиратский. Ох, там где-то вдалеке происходит такой контент, такая эпичная заруба. Это, конечно, все хорошо, когда там какие-то челики воюют на кораблях с пиратами, но нас сегодня интересует немного не это. Ой. Что это, что-то такое? Да что за свет? Нет! Я ресетаюсь! Быстрее! О, господи! Корабль! Что? Что с ним происходит? Да что? Вот это контент. Мы сейчас остались без корабля, где-то посередине моря. Это пиратский корабль. Ну что ж, вперед, атакуем пиратский корабль. Это наш шанс. Мы должны захватить этот корабль. Туда, он пустой. Вот. Ну я типа захватил пиратский корабль. И теперь, знаете, летучий голландец догоняет мой корабль. Вот это контент. Капитан Джон Кобра на летучем голландце пытается догнать свой корабль. Ох, только мне кажется, на ролике Джон Кобры могло такое произойти. Куда? Это сундук. Опа, давайте его возьмем. Ой. Опа! Нет! Тормози! Руина! С такой командой врагов не надо! Кстати, а что за фигня? Как будто какой-то вихрь здесь непонятно находится. Или это северное сияние, или вообще что? Ой-ой-ой-ой-ой! А! Поворачиваем! Бросай якорь! Ты ничего не видел. Едем дальше. Видел. Хорошо. Не видел. И да, лодка водит. Ой, точнее, лодка едет. Да, она едет. Что тебе не нравится? Новая олимпийская кардиотренировки. Ты видишь, как она гоняет? Какая скорость? Вообще, какая ласточка? Ласточка вот там будет, это когда выйдет Пагани Лайра Р. А что может твоя Пагани? А твоя Пагани может грузы возить и зарабатывать деньги? Боже. А твой корабль какой-то такой вообще дешманский. Отличие от Пагани. Как это? Арабская ночь! Туда! Куда улетел этот корабль? Не знаю, как вас, но меня всегда интересовал один вопрос. Что за шизофрения происходит у меня на роликах, когда я их снимаю? Когда я играю без записи, все идет прекрасно. Но стоит мне нажать на эту заветную красную кнопку, как начинает происходить какая-то непонятная шиза, которая достойна видео РЕН-ТВ. Прах. Профессиональный ловец рыбы? Мне кажется, на рыбалку мне точно идти в реальности не стоит. Хотя, ладно, кого я обманываю? Я уже был в реальности на рыбалке. Но, как вы поняли, я только на рыбалке был один раз. Сейчас я расскажу вам одну очень интересную историю из своей жизни. Я вот как раз один раз пошел на рыбалке, тогда была очень плохая погода, был дождь. Я шел в сапогах вдоль берега. Сапоги попали в грязь. И не вылезли. Сапоги остались на месте. А Джон Кобра улетел дальше.
И был весь в грязи и без сапогов. А потом начался ивент по доставанию сапогов из грязи. Ой, хорошо, что мои тиммейты мне помогли, и я не умер там голодной смертью. А произойти могло всякое. Чё? Килан Дэд, Шипвик Лагун. Нам типа нужно убить мертвецов. Знаете, как это звучит? Убейте мертвецов. А мы тем временем припарковались красивенько в этом месте. Мы король этого острова. Ну что ж, приходи по одному. По одному, по одному. Эй, не все сразу, не все сразу. На всех мое оружие найдет себя. Ха-ха-ха-ха. Зарубили насмерть. Ящерица. Блин, у меня, конечно, шиза. Либо мне показалось, что здесь... С того момента, как Джон Кобра решил разбогатеть, прошла примерно вечность. И вот, наконец-то Джон Кобра чего-то достиг в этой жизни. Кобры в первую очередь хотят себе новую лодкочку. Ох, вот это ураган! И за что я заплатил 12 тысяч? За что? Боже! Вот за это я заплатил 11 тысяч? Серьезно, можно продать? Вообще, я хотел себе купить нормальную одежду. А то бегаю, как какой-то бомж в этой одежде. Давайте вот это красненько купим. И вот эти вот красные штаны. Ух, я сейчас таким красным буду, опасным. Меня все морские просторы будут бояться. Ух! Это что? Это не норма. Ладно, пофиг. Пойдет для сельской местности. Ой-ой-ой! Я ж говорю, ветра удачи, честное слово. Так, 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 пушку, пушку, пушку. Заряжай! Блин! Ох, жестко промазал. Попали? Нет! А! Быстрее тушить! Ох, их теперь два! Нет, я точно на дно сегодня не уйду. О, да обманули, обманули. А, у них же еще с другого борта есть пушки. Нет! Мы тебя на дно отправим! Блин, о нет, все, кажись, это быстрее, чини посудину! Нет, все, все, я понимаю, что зря поканул! Я зря поканул! Нет! Что? Нет! Яхта! В общем, это такой вот финал. К сожалению, это конец. Теперь нам придется до конца своих дней мороздить морские просторы на борту летучего голландца. Мы якорь сбросили. Туда его. А все, мы захватили этот пиратский корабль. Теперь это наш дом на море. Осталось только дождаться спасения. Которая, не знаю, вообще ли доплывет до этого богом забытого места. Надеюсь, что доплывет.